Бывшая советская авиабаза Кучёва на юге Албании вот-вот станет первым тактическим центром НАТО на Балканах. Работы по ее модернизации начались в январе на фоне роста напряженности на российско-украинской границе и переговоров Альянса с Москвой. Ветераны ВВС рассказывают о важной роли, которую играл этот аэродром в противостоянии СССР и НАТО. Частота полетов в те времена холодной войны была очень высокой. Рейсы были ежедневными. До 1962 года база отвечала за прикрытие всего воздушного пространства страны. Вот почему ее работа была такой интенсивной. НАТО и Албания выделили на этот проект по 50 миллионов евро. Предполагается, что новая база Альянса будет введена в строй к концу следующего года. Ее планируют использовать для логистической поддержки сил НАТО и авиаподразделений полиции, а также для проведения учений. Конечно, наши сыны, новые поколения будут летать на самолетах F-16, это точно. И это только начало. Это даст им необходимый опыт полетов и управления базой в соответствии со стандартами НАТО. А затем обязательно появятся наши собственные ВВС с нашими собственными самолетами. Албания вошла в состав НАТО в 2009-м. По словам командующего спецоперациями США в Европе генерала Дэвида Табора, албанские военные так тесно сотрудничали с партнерами, что их страна стала лучшим местом для размещения стратегического штаба.